Сейчас мы покажем, как мы будем делать перевязку на раны Ирины со смесью АСД-3 и льняного масла 50 на 50. То есть добавила 100 мл льняного масла и 100 мл АСД-3. Жуткий, конечно, запах, но от него очень хорошее идет заживление. И он работает именно с трофическими язвами. Вот мы взяли одноразовые полотенца и будем их наносить. Надо наносить на всю поверхность и обязательно на здоровую ткань тоже наносить. Запах, конечно, жуткий. Как жаль, что камера не передает. Слава Богу, что камера не передает запах. Так, сюда. Основные раны у нас внизу. Ну и на подушках. Это просто примочка? Это как компресс. Ну как? Ну не компресс, повязка. Да. Ну, повязка. Ничем целлофаном не закрывается. Нет, я хочу его... Она сегодня уезжает, я ее хочу завернуть. Пока одну ногу покажем, остальное сейчас доделаем. Так, где-то у меня было полотенце. Пеленка резаная, посмотри. А вот она.